Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Об этом на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан. Он также отметил, что между Исламской республикой Иран и Азербайджанской республикой согласовано обсуждение вопроса об обмене электроэнергии. Глава МИД также отметил, что обсудил со своим азербайджанским коллегой экологические проблемы вокруг реки Арас. Одними из вопросов, беспокоящих наши приграничные области, являются загрязнение приграничной реки и экологические проблемы в Аразе. Загрязнение реки обсуждалось с участием специалистов в сфере окружающей среды. Надеемся, что и в этом направлении мы сможем принять действенные меры.